Доброго дня! У студії Ольга Клінова. Сьогодні спілкуємося з ведучим радіо «Аристократи», учасником проєкту «Громадська на русском», колишнім головним редактором журналу «Esquire» Олексієм Тарасовим. Олексію, вітаю! Здравствуйте! Ми вас раді бачити. Вже про вас ми сказали. Всі вас і так прекрасно знають. Особисто я вас ціную і як кінокритика. Про це сьогодні ми теж трохи поговоримо. На жаль, цього року в січні ми побачили останній випуск українського «Esquire». Тим не менш, успішні проекти залишаються актуальними позачасово і, по суті, колишніми не бувають. Це офіцери, бляді і головні редактори бувшими не бувають. Є таке вираження. Ну, тут у нас кардинально інша сторона медалі, на щастя. Це успішний проект, яким ми всі дуже тішилися, за яким ми сумуємо. Ти нещодавно говорив, що фантомні болі після закриття журналу уже минули. Якщо уявити, що тобі пропонують перейти у редакцію будь-якого з журналів Esquire в будь-якій з країн, де він виходить, яку би ти обрав? Я думаю, что лучше всего и комфортнее всего я себя чувствовал бы, наверное, в американской или британской редакции, просто потому что я владею языком, да. Лучше всего, наверное, дела, в принципе, из всех эсквайров международных, у корейского. Он выходит, каждый номер выходит страниц по 500, там, по-моему, из них 380 полос рекламы, соответственно, это был бы супер успешный проект, да. Плюс это Южная Корея, мне было бы интересно. Из смешного, это мы когда познакомились с редактором корейского Esquire, это такой, ну, такой скромный взрослый дядечка в очках, в костюме. Мы его спрашивали, ну а как вам это удается? Он сказал, я не знаю. Вот. И, конечно, в корейском там просто, наверное, они купаются в деньгах. Но с этим курсом гривны, я думаю, мы тоже скоро будем купаться в деньгах. Ну, в смысле, мы сможем себе это позволить. Сможем себе это позволить. На твою думку, що визначало успіх українського Esquire? Це команда людей, які над ним працювали, чи усе-таки концепція видання? Я думаю, что с одной стороны, конечно же, команда, да, и это и люди, которые работали в штате, ну, нас было немного, нас было всего 8 человек, плюс, ну, как мне кажется, нам удалось собрать отличную такую армию, ну, людей, которые работали с нами на фрилансе, это были и авторы текстов, и фотографы, и иллюстраторы, вот, ну, плюс, мне кажется, что мы говорили о каких-то вещах, которые актуальны в Украине, и освещали их как-то так, как не делал никто другой, например, да, мы часто обращались к каким-то игровым форматам, например, ну, возможно, в этом был наш успех, я, наверное, лучше спросить читателей, они лучше скажут. Ти неодноразово зазначав, що шукав у команду Esquire людей зі суперздібностями. Якими саме володіли ваші автори? Ну, у каждого автора была какая-то своя суперспособность, да. Действительно, кто-то имел доступ к топовым политикам, да, топовые политики им доверяли и разговаривали с ними. Кто-то, например, мог разговаривать с Святославом Вакарчуком. Это очень сложно, это очень специфический артист, да, очень талантливый, но не каждый к нему найдет подход. Кто-то умеет там проследить кокаиновый трафик в Украине. То есть просто люди, которые лучше всех знают свою тему, лучше всех в ней разбираются. Вот так. Идеальным автором для Esquire ты своего часу назвал Сергея Жадана. Чему самое его? Ну, с Жаданом он, скорее, наверное, идеальный автор в том смысле, что ну, проза и поэзия, которую он пишет, она вот такая сугубо мужская. Да, это... Ну, так как мы мужской журнал, да, и ну, изначально, когда мы только начинали работать, мне хотелось, чтобы мы привлекались, ну, мы привлекали писателей, то есть, чтобы мы следовали концепции, скажем, Esquire 60-х, 70-х американского, да, и писатели что-то такое для нас делали. И конкретно, например, Жаданом, он сделал для нас несколько замечательных текстов, интервью, да, кроме колонок, которые он писал каждый номер. Он поговорил сначала с Борисом Михайловым, фотографом, с которым они дружат, потом он поехал к Эдуарду Лимонову в Москву, и это была история про то, как два великих писателя из Харькова встречаются в Москве, да. И в конце концов, в нашем предпоследнем номере он разговаривал с Ройтбурдом, потому что, ну, Жадана мы назначили писателем года, а Ройтбурда художником года. Он просто, он
то, что называется no bullshit author, да, no bullshit writer. То есть мне это очень близко, а, например, его колонки — это как песни группы U2, да. С одной стороны, это какие-то простые истины, которые хочется пропеть всем вместе, хором, взявшись за руки. Свого часу той факт, що журнал в Україні виходив російською мовою, дещо обурював окремих читачів. Ну і продовжував, в общем, розстраювати їх і далі. Тим не менш, журнал виходив російською, тексти україномовних авторів перекладали на російську мову. Чому ти не віриш у двомовні видання? Мені кажеться, ну тут очень странно. Скажем так, в какой-то момент мы поняли, что мы можем ставить украиноязычные тексты, да, и, например, вот конкретно с Ярошем, да, я задавал ему вопросы на русском, он отвечал на украинском, конкретно с разговором Жидана с Ройтбурдом, он задавал вопросы, ну, на украинском, Ройтбурд на русском отвечал, и это нормально, в формате интервью я себе это еще представляю, я не представляю себе, когда вы пишете заголовок и лид, да, если я не представляю, вот у вас текст на украинском, и у вас вдруг неожиданно всего лишь один заголовок на, ну из всех, ну, не знаю, ну, вот заголовок вдруг неожиданно на украинском и лид на украинском, это странно. И плюс, как мы сейчас видим, это надуманная проблема. Это не вопрос того, на каком языке это написано, это вопрос того, насколько хорош текст. То есть, ну, я считаю, что тема языка второстепенна. Вот. Я прекрасно понимаю тех, ну, кто расстраивался из-за того, что журнал не на украинском, потому что они болеют за язык, да, и переживают, что он, ну, не знаю, как-то его никто не защищает, например, не пропагандирует. Но, тем не менее, мне кажется, это не было основной проблемой и не может быть проблемой никогда. Ты досі вважаешь чоловіків кращими авторами, ніж жінок? Нет, это неправда, да. Я вот много раз признал свою ошибку, что, ну, говоря, что, скажем, большинство текстов, лучших текстов, которые мы получили в журнале Esquire, их сделали именно девушки, такие с остальными яйцами, которые умели то, что ни один мужчина-автор нам не мог предложить. Я ошибался, я признаю свою ошибку. Женщины лучше, чем мужчины. Это факт вообще. И в общем, на этом, в принципе, можно и не говорить дальше, об этом больше. Да. А кто краще кинокритики? А я не знаю, ну, кинокритика это вообще, в принципе, это очень странный формат, особенно вот в Украине, например, да, когда ты никак не влияешь на, ну, условно говоря, на сам продукт, то есть ты не получаешь никакого фидбэка. Одно дело, ты себе можешь себе представить, что, например, хотя, в принципе, мне кажется, кинокритика уже вообще ни на что не влияет. Да, я не думаю, что даже, не знаю, разгромная рецензия в «Нью-Йорк Таймс» какой-нибудь Манолы Даргис на фильм Майкла Бэя каким-то образом, ну, уменьшит его бокс-офис, то есть количество денег, которое он заработает. А кинокритика, в общем, это странная штука. Это, с одной стороны, нарциссическая, то есть ты как бы самоутверждаешься за счет произведения, к которому не имеешь отношения и даже приблизительно не знаешь о том, каких усилий стоило его сделать, да. Но, в принципе, я иногда к этому обращаюсь, иногда что-то читаю. Вот. Ну, это просто есть, наверное, в итоге кинокритик — это скорее не тот, который тебе говорит, хороший фильм или плохой, а это скорее человек, с которым ты соглашаешься, у вас совпадают мнения, то есть ты используешь его как ориентир, да. Если этому человеку понравилось это, то, значит, наверное, понравится и мне, или мне стоит это тоже посмотреть. Ти маєш відчутний досвід у кінокритиці, окрім того, ти часто критикуєш сам себе. Да. У професії це тобі допомагає чи все-таки заважає? Опыт кінокритичний не знаю, що мені дає, а насчет того, щоб критикувати себе, мені кажется, що це, ну, це нормальна черта. Возможно, не стоит ударяться в самокритику слишком сильно, и, возможно, это тоже как-то тормозит. Но это как любые чрезмерные вещи, да, то есть можно чрезмерно любить себя, и это мешает, можно чрезмерно критиковать себя, и это мешает. Я думаю, что, конечно, люди, которые себя чрезмерно любят, они гораздо более счастливы, но мне, понятно, ближе какой-нибудь, не знаю, Вуди Аллен, да, чем условный Майкл Бэй, который, наверное, очень себя любит. Но при этом Майкл Бэй, его фильмы зарабатывают какие-то миллиарды, а фильмы в идеале, хотя они тоже сейчас стали нормально зарабатывать, все у него хорошо.
Мне главное, чтобы Вуди Аллен долго жил, вот, в принципе, в этой жизни. Я думаю, це на одному тобі дуже важливо, як мінімум це ще важливо Вуді Аллену і всім його жені, да. Всім його китайській жені. Прихильникам. Якщо говорити про українське кіно, чи вважаєш ти, що минулорічні «Плем'я» і «Поводир» були якісним інсайтом? Я скажу так, я не смотрел «Поводиря». Я смотрел «Племя», и это отличное у европейского уровня кино. То есть оно, конечно, то, что называется артхаусное, ну, в том смысле, что его аудитория не может быть массовой, оно слишком сложное для массовой аудитории по форме, да, и даже содержанию. Но это классный пример европейского хорошего фильма, да, качественно сделанного. Разумеется, у него, ну, скажем, интересный формат, да, то, что он без диалогов, то, что сурдоперевод, вернее, сурдоперевода нет, есть, ну, то есть мы должны читать жесты героев сами, как бы их интерпретировать. Я давно слежу за Слобожпицким, мы с ним знакомы еще там с Берлинского фестиваля, когда участвовала в конкурсе его короткометражка «Диагноз». Мне кажется, у него большое будущее. Слобожпицкий тоже такой, он немного самовлюбленный, немного самодур, но это нормальная черта автора. Важно то, что он производит. Его кто-то может назвать как бы конъюнктурщиком, потому что он берет такие темы, которые, ну, как бы интересны потенциально на фестивалях. Но это тоже не проблема. Если это то, что его волнует, интересует, и он может об этом классно рассказать, ну, он большой молодец. А «Поводыря» не смотрел. Як ти вважаєш, чи варто українському кіно покладатися на державні дотації, враховуючи те, що в бюджеті на 2015 рік порівняно з попередніми суттєво скорочені видатки на кіно? Тут, мабуть, немає однозначного відповіді. Да, есть там протекціоністська політика, скажімо, зі сторони государства во Франції, да, і там удивительна індустрія, да, коли фільм там «Le Petit Mouchoir», ну, это такая разговорная драма на 2.5 часа, зарабатывает в прокате больше, чем фильм «Аватар», да, или фильм «Les Intouchables», который 1+1 у нас выходил, да, «Неприкасаемые», mm-hmm. тоже как бы комедия с минимальным бюджетом, тоже становится самым кассовым фильмом проката, обходя все блокбастеры. То есть вот есть такой пример. Я думаю, что все равно самая большая проблема, ну, как бы украинского кино состоит в том, чтобы был хороший материал для фильма, в смысле были хорошие сценарии. Вот я не знаю, как вырастить поколение сценаристов, я не знаю, где их брать, у меня нет ответа, но в тот момент, когда у нас будет хороший сценарий, у нас будут хорошие фильмы. Ну, почему-то я так верю. Нещодавно багатьох дуже збурив російський фільм «Левіафан». Цитуючи західних критиків, ти називав фільм фільмом жахів. На твою думку, наскільки це об'єктивно щодо російських реалій і у чому актуально для українського глядача? Ну, скажімо так, я кіно Звягинцева – це не моє кіно зовсім, да, і я не дуже люблю там вот його такий немножко натужний символізм. Його стало менше в його поздніх фільмах. В любом случае, мне кажется, это смелое кино, потому что говорить о проблемах тотальной коррупции в России именно сейчас, именно в тот момент, когда там невероятная пропаганда, промывка мозгов и «Крым наш», да, выпускать подобный фильм в прокат в это время, это очень смело. Да, это возможно, автор этого не предполагал. Возможно, просто, ну, я думаю, скорее всего, да, это просто совпало. Острота момента и острота темы, которую поднимает фильм. А для нас это актуально, потому что мы в этом смысле очень похожи, две страны. Мы обе страны с коррумпированными чиновниками, с кумовством, с откатами, с тем, что никаких прав у простого человека нет, он не может добиться ничего ни через суд, все продается, все покупается. Конечно же, это актуальная для нас тема. Поэтому я бы не стал говорить, что это только про Россию. Понятно, так как дело происходит в России, там, например, на стене висит портрет Путина, конечно, мы, в общем, говорим, что это про российские реалии, но для нас это точно так же актуально. У Росії, тим не менше, залишаються ще видання, де ми можемо відносно об'єктивну інформацію отримати. Ну, їх немного. Хто там? Незалежна газета. Новая газета. Новая газета, «Новая независимая газета», «Сноб»,
который тоже такой специфический. Они, я помню, когда выходил фильм Германа «Трудно быть богом», да, они поставили на обложку Янковского, да, в какого Янковского? Ермольника. И тот Ермольника, который рассказывал, как бандеровцы пытались его повесить на дереве во Львове, да. То есть они не ставили под сомнение эту реплику, а просто вот, ну, в общем, да, извини, я перебил, тебя перебил. Окей. Питання стосується російських медіа. Як у тебе складаються стосунки з російськими ЗМІ? Що ти читаєш, що тобі цікаво? Чи вважаєш ти за потрібно слідкувати за російськими медіа? Я не сліджу спеціально, да. Я щось читаю на Слоні, там є такий колумніст, а, по-моєму, там їх редактор, да, Іван Давидов. Він пише інтересні тексти. Я щось смотрю на «Відомостях». Там, ну, я слежу иногда за РБК.ру, там работает Андрей Бабицкий, который был редактором в «Русском эсквайре», человек удивительных энциклопедических знаний. Специально я за ними не слежу. Мне нет, ну, то есть, совсем не слежу. Мне кажется, что совсем стало все плохо, например, с журналом GQ, с приходом нового редактора. Потому что когда был Михаил Идов, мне казалось, что это какое-то конкурентное, интересное, свежее издание. Сейчас это странный гламур. Ну, я специально не слежу, честное слово. А за российским Esquire продолжишь? Ты знаешь, мы как-то давно уже расслабились по поводу русского Esquire. То есть мы вначале очень парились. Мы переживали, что там пересекаются иногда темы. Была, например, есть история с нашим вторым номером, когда мы хотели поставить на обложку Хавьера Бардема. Значит, мы как-то долго занимались какими-то переговорами, а потом нам позвонили из Нью-Йорка, из центрального офиса, и по страшному секрету сказали, что Хавьер Бардем выйдет в то же самое время у русских. И мы срочно его сняли, значит, мы поставили Шона Пэна. Ну, то есть, вот такие вещи нас заботили. Скажем, когда вот в последнем номере у нас вышел Мэттью МакКонахи, и так уж получилось, что Мэттью МакКонахи на месяц раньше вышел в русском эскваре. Мы совершенно по этому поводу ничего не чувствовали, ну и окей, все нормально. Тебе бы цікаво было спробовать певний час попрацювати в редакции российского эскваре? Может быть, там много хороших людей, да, они делают интересный продукт, у них больше возможностей. Конечно же, все мы хотим работать в проекте, где больше возможностей, которые дают тебе, ну, как бы, больше вариантов как-то развернуться. Да, было бы интересно. Олексію, після закриття Esquire в Україні, чи не було у вас емоційного пориву створити при тій самій команді власне видання тут? Ми це багато обговорювали, у нас були варіанти якихось PDF-журналів, у нас был вариант, о котором мы думали, о том, чтобы продавать подписки, например, на год, и на эти деньги делать некий журнал специально для этих подписчиков. Мы рассматривали все эти варианты, но они не рентабельные, они не жизнеспособные. Ну и плюс, банально, в какой-то момент начинается, ну как бы, у каждого человека есть потребность, ему нужно кормить семью, например, да. Было понятно, что все равно эта история рано или поздно распадется, поэтому мы эти планы все... Ну, в общем, эти планы-то остались только планами. Ты своего часу зазначив, что для тебя Esquire – это не про гроші, а про любовь, как явище. Что на сегодняшний день є твоєю найбільшою професійною любов'ю? Ну, я имел в виду то, что, наверное, мы скорее это больше авторам говорили, да, что мы не про деньги, а про любовь, что... Просто потому, что мы иногда не могли заплатить им тот гонорар, который бы они хотели. Сейчас, разумеется, это мой новый проект. Разумеется, то, чем я занимаюсь сейчас, бюро 247.ua, это моя новая любовь. Опять же, это пространство для того, чтобы чему-то научиться, потому что это интернет, это новости, это какой-то другой удивительный мир. И нужно там найти свое место, я не знаю, растить, воспитывать некую аудиторию. Посмотрим. Сейчас мне пока все нравится. Это пока что, конечно, работа как на галерах. Но я такое люблю, честно говоря, да. Я дякую тобі за цікаву розмову. Спасибо тебе. Сьогодні ми спілкувалися з колишнім головним редактором журналу Esquire в Україні Олексієм Тарасовим, який завітав до Львова за сприяння школи журналістики Українського католицького університету. Побачимося.